Общественный бюджет – это часть бюджета города Николаева, то есть это часть бюджета, сформированного нашими с вами налоговыми отчислениями и предоставленная горожанам для, скажем так, прямого волеизъявления о том, какие действия, какие проекты должны быть профинансированы. Статистика у нас следующая. В 2017 году, когда впервые в городе Николаеве начался процесс подготовки инструмента «Общественный бюджет», авторами которого выступили и экспертно-общественный совет, и, собственно говоря, целый ряд общественных организаций города Николаева. Первый общественный бюджет города Николаева составлял 10 миллионов гривен. И, соответственно, да, первый. И эти проекты были проголосованы в 2017, а выполнены в 2018 году. Следующий бюджет, который уже на 2019 год, проекты, которые уже начали и реализовываются в этом году, сумма финансирования была 12 миллионов. И вот, как мы с вами видели из анонса, на проекты, за которые мы с вами, которые будут поданы, и горожане смогут их оценить и выбрать в 2019 году, соответственно, выполняться они будут в 2020, уже предусмотрено 15 миллионов гривен. Основные проблемы, по большому счету, они перетекающие из года 2017-2018, 2018-2019, да, наверное, и 2020 победители будут сталкиваться с этими проблемами, хотя часть из них по рекомендации Координационной Рады, конечно же, решаются. А какие это проблемы? Первая проблема – это задержка во времени подачи проекта до времени реализации. Когда люди в начале года подают проект, они делают примерную смету его, и на моем опыте, и на опыте других победителей за полгода сметы до 30% удораживают проект, что отражается на качестве проекта, потому что автор проекта начинает искать, от чего ему нужно отказаться, что выбрать, какой объект или какой инструмент оставить, а от чего избавиться. А ведь не забывайте, что за проект голосовали люди в целостном, скажем так, в целостной форме. В моем случае у меня подорожала территория кроссфит-зоны на 30%, и мне буквально пришлось в авральном режиме искать другого поставщика оборудования. И, к счастью, мы нашли поставщика, который предложил такую же, условно говоря, стенку спортивную дешевле. И мы оставшуюся разницу приобрели еще два инструмента для занятий спортом. Но это проблема удорожания. То есть очень важно, чтобы проект, деньги на реализацию проектов очень быстро приходили распорядником Коштев, чтобы как можно сузить время от подачи проекта, где одна смета, до времени реализации проекта, чтобы удорожание было минимально.